Кто бы ты ни был, будь собой. Привет, я Даша, мне пришла посылка от Ифорше. Вот она такая огромная, как карабенца, до такой степени огромная, что в ней можно спрятать 5-летнего ребенка. И я очень давно, ну, так не делала, но я ее еще не распечатывала, и сейчас распечатаю тебя на глазах. Я ее распечатала, и что же я здесь имею? Здесь гель для душа, флоринский грейпфрукт. Так, я его еще не нюхала. Пахнет, правда, грейпфруктом. Знаешь, когда вот почистишь его, разломишь на две части, и вот этот аромат, который наполняет комнату, вот этим пахнет. Вот и горечь та же, такая же, вот, которая же есть, такая же горьковатая нотка. Вот один к одному грейпфрукт. Мне прям захотелось грейпфрукт съесть до такой степени. Я уже в восторге от этого геля для душа. Я очень люблю гель для душа с таким насыщенным запахом, чтобы ну, прям съесть хотелось, ну, или выпить. Так, и раз уж у нас пошла такая пьянка, гель для душа, то я заказала свой любимый, один из самых любимых гелей души Ифорше, это флоринский апельсин. Он, я его уже, наверное, раз третий или четвертый даже заказываю. Ну, кстати, знаешь, грейпфрут даже пахнет насыщеннее, чем апельсин. Также у меня закончился мой биби-крем от Ифорше, сказал бледно-бежевый, потому что я белуснежка, у меня очень белая кожа, ну, немножко приняла от прабабушки, она у меня была альбиносом. Так, и вот так вблизи выглядит биби-крем, и, собственно, на руке сейчас я покажу. Тут такой он. И если растушевать, то, конечно, я много нанесла. Вот на самом деле капелюшки хватает достаточно на, то есть, ну, капли достаточно на большое количество площади лица, скажем так. А потом там была такая акция, что закажи на определенную сумму, тебе придет там какой-то подарок. И мне пришла полноразмерная версия маски антиагрессии, экспресс-маска. Вот. Мне маникюр-то не подходит. Пахнет она непонятно чем. Чем-то илом каким-то, чем-то таким травянистым. Новинный разглаживающий эффект на 84%, дыхание кожи улучшается на 96%, кожа успокоена на 84%, уход совершенствует внешний вид кожи 84%. Выглядит маска. Здесь уже он открывается путем откручивания. И вот такой цвет, то есть у него такая гелевая текстура, такой ближе, ну, вареной сгущенки. Так, также там была совершенно какая-то чудная акция, то есть те вещи, которые они обычно присылают в подарок, они продавали за, по-моему, за 49 рублей, если меня не изменяет память. Среди таких я заказала восточное масло для душа традиция Ханаама. Так, бутылочка с восточным маслом для душа. Таким образом смотрится. У нее совершенно очаровательный аромат таких восточных масел, непередаваемый. Да, здесь 50 миллилитров. Потом еще вот такое средство. Это у нас жидкость для снятия макияжа с особо чувствительных глаз. Pure Bleu. Здесь тоже 50 миллилитров. Так, и я заказала полноразмерную версию, разорилась, можно сказать. Это у нас антицеллюлитный крем, значит, разглаживающий гель.
зеленый кофе здесь, зеленый чай и центелла азиатская. У меня, почему я ее заказала? У меня был пробник, вот такусенький. Вот такусенький. Но он не совсем антицеллюлитный был, он сразу три в одном. То есть антицеллюлит, стройная фигура, и там еще какой-то момент. И он мне очень понравился. Я рискнула и заказала такую вещичку. У него такой очень ненавязчивый запах. Но пахнет, если совсем уж нюхаться. Непонятно чем. Травами какими-то. Наверное, теми, которые я вот перечислила. Вот такая упаковочка у антицеллюлитного геля. Открывается вот таким образом. Как видно, масть, ну, в смысле, гель такой, чуть-чуть камера искажает, но на самом деле он вида такой вареной сгущенки, скажем так. На камеру выглядит как цвет сливок кофейных. Подарок мне пришел. Пробник, он же, забавно. Также мне в пробник пришла туалетная водичка Flower Party Night, by Night такая. Ну, я думаю, все ее знают уже. И, собственно, то, ради чего я делала весь этот заказ, воспользовавшись случаем. Это, ну, ради BB Cream, потому что он не закончился. Это вот такая туника. Вот я в тканях, жаль, не разбираюсь, но на ощупь она такая очень тоненькая, с претензией на хлопчатую бумажную ткань. Так, вот такая она голубенькая, здесь такой вырез. И так, такая белая вышивка, надеюсь, тебе видно. Так, рукава у нее, ну, в три четверти. Штука эта удлиненная, доходит до середины бедра и нравится. Кстати, неплохая вещичка. Вот. Собственно, это весь мой заказ. Я желаю тебе быть стройной и прекрасной, как майский день, как утренний рассвет, без всяких косметических и ухищрений, и физических стараний. Пока!